Cheers представляет совместно с Helena Springs и Keynote Films. Производство Леона Шустера. Фильм Грея Хоффмайера. Бути, ответь! Бути, Бути! Бути слушает. Замечены браконьеры. Сколько? Неизвестно. Координаты. Юг 29, 50, 05, восток 20. Зови меня Бист, сладкая. Я тебе не сладкая. Я такой же представитель закона. У меня пулевое ранение в грудь. Вблизи автострады были замечены браконьеры. Можете этим заняться? Конечно, конечно. А когда вернусь, я хочу увидеть шрам от пули на груди констебля. Еще чего? Развернитесь в районе Нгвени. Я развернусь прямо здесь. Эй, куда прешь, тупица? Яков, заткнись! Черт, Белый совсем не умеет водить. Будь осторожен, Бути. Они меня даже не унюхают. Я достану этих браконьеров! Там белала вся тика! Эй! Ай! Что? В чем дело? Аллилуйя! Святой Моисей, ради меня ты разогнал коров. Что? Святой Моисей, Моисей, умоляю, пошли шаровую молнию. Эй! Эй! Оторви зад от земли! Живо! Браконьер проклятый! Я! Браконьер! Ты сам похож на браконьера! Отдай оружие! Быстро! Ты совершаешь страшную ошибку, Якоб! Да. А я пою в венском хоре мальчиков. А я пою в хоре черных женщин-кузнецов, клянусь честью. Я тебя арестую. Черт! Ты отстрелил мне ногу, выродок! Сделал полезное дело. Моисей, не дай мне умереть. На счет три мы оба побежим к ближайшему дереву. Три! Раз, два, три! Помогите! Помогите! Нет! Нет! Правило номер один, придурок! Никогда не поворачивайся спиной ко льву! Пощади меня! Нет! Пощади меня! Пощади! Слушай, приятель, где-то неподалеку тебя ждет мертвый браконьер. Но для начала можешь полакомиться вот этим. Безумцы Леона Шустера. Несколько лет спустя. Композитор Эд Джордан. Оператор Тревор Эй Браун. Мистер и миссис Мда, я очень рада вас видеть. Келси! Поздравляю вас со свадьбой дочери. Как реалити-телевидение? Ищу тему для нового шоу. Не задерживайтесь, у мистера Мда много гостей.
Удачи. Спасибо. Мне она понадобится. Разрешите? О, спасибо. Продюсер Хелена Спринг. Подымить захотелось? Yes. Да. Сгори в крематории. Мое платье! Помогите кто-нибудь! Автор сценария Леон Шустер, Грей Хоффмайер. Режиссер Грей Хоффмайер. Дорогие друзья, родственники и коллеги, приветствую вас на этом торжественном мероприятии, посвященном моей дочери. Эй, садовник! Эй, садовник! Выключи свою чертову машинку! Что вы себе позволяете? Ты! Ты? Ты же должен быть мертв. Тебя сожрал лев. А Моисей вернул меня, чтобы я поквитался с тобой. Ты отстрелил мне палец! Ты еще не знаешь Бути Девета? Ты сломал мне регбийную карьеру. Я был классным регбистом. Я научил Перси Монгомери всему, что он умеет. Говорит личный помощник министра по туризму. Я требую прислать сюда полицию. Срочно! Прекратите! Охрана! Он и есть охрана! Это превосходно! Биста не зря прозвали зверем! Бист! Это потрясающе! Это акт терроризма! Вызовите Малему! Но не стреляйте в Бура! Можешь называть меня Бути! 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 Вызовите израильтян! Реалити-шоу с этими двумя идиотами. Громилы делают из министра свинью. Восторг. Министр, такое реалити-шоу будет иметь колоссальный успех, обещаю. Но главное, оно поможет южноафриканскому туризму. Поможет вам. Представьте, как вы порадуете президента. Вы объедините черные и белые в нашей радужной нации. Только нужно, чтобы они не знали, что их снимают. Что они стали участниками реалити-шоу. Ладно. Отлично. Встретимся в полицейском участке. Это может оказать положительное влияние на туризм. Вы дальновидный человек, сэр. Эй! Привет, парни. Классный снимок. Это также попало на национальное телевидение. Кто вы? Я с ним. Вчера, во время банкета по случаю свадьбы дочери недавно назначенного министра по туризму Сила Самда, двое местных, Бист Бутелези и Бути Девет, устроили потасовку на почве расизма.
Вас обвиняют в причинении материального ущерба и нарушении общественного порядка. А министр Муда намеревается... проследить за тем, чтобы вы надолго сели в тюрьму. Если вы оба не согласитесь на курс терапии. Да, терапия полезна. Нам нужна терапия. Мы серьезно больны. Вот что вам придется сделать. Вы пойдете пешком отсюда до Гаутенга вместе. Что? Пешком? Это же 600 километров. В наказание за ваше расистское поведение. Я не расист. Я тоже. Я говорю на зулусском. Он идиот. А я нахожу белых женщин сексуальными. Но наша страна и весь мир считают вас расистами. Итак, вы пойдете вместе, чтобы доказать, что умеете ладить между собой. Мы ненавидим друг друга. Я его ненавижу. Хотите остаться в тюрьме? Так, мальчики, это от наших спонсоров. Микрофоны в пиджаках работают превосходно. И мы ведем трансляцию в прямом эфире. Итак, правила. Вам нельзя садиться на попутки. Вы должны идти пешком. Держитесь подальше от крупных магистралей. Вот карта маршрута. Уверена, вы найдете его живописным. Кошельки и мобильники? Что? Угу. Мы должны сделать это без денег? Спокойно, все за мой счет. Спасибо, спасибо. $200 каждому. Всего $200? Да на $200 этот бак даже один раз не наполнишь. Он обжора. Нет, он бист. Да, министр. Вы должны пересечь финишную линию вместе, друзьями. Это не гонка. Это проверка. Да, и на кону моя должность. На всем пути будут наши шпионы, чтобы вы не жульничали. Как сказал Мадиба, долг путь до свободы. А приз какой? Вы? Никогда не знаешь, где повезет. Увидимся у Берривиль отеля в Гаутенге. Удачи. И помните, это не гонка. Пока. Идите же. Они не знают, что их покажут по телевизору. Министр, хватайтесь. Вот, держите. Ненавижу водоемы. Вылезайте. Все в порядке. О, нет. Второй раз подряд. Вставайте. Вы целы? Вы в порядке? Вам не больно? Да что с вами? Все нормально. Келси, какова следующая миссия? Итак, неужели наши герои слишком твердолобы, чтобы преодолеть свою российскую сущность? Или они поцелуются и помирятся? И если кто-то повстречает Биста и Бути, пожалуйста, подыграйте нам. Не говорите им, что их снимают. А вы знаете, кто они. Вы смотрите увлекательнейшее южноафриканское реалити-шоу «Друзья или нищие». Черный жердяй ни почем не дойдет. Давай, Бути! Келси, они заходят в магазин. Будем надеяться, что там нас никто не выдаст. Есть кто-нибудь? Привет! Лыжи. Вы же... Что я? Только не испорьте ничего. Толстые, потому что едите слишком много шоколада. Да. А вы костлявые, потому что вам жевать нечем. Эй! Какого черта я в телевизоре? Черт, они нас раскусят. Эй, дедуля, иди сюда. Что? Это же мы. И откуда берутся такие идиоты? Идиоты? Никогда не слышали об охранном видеонаблюдении? Охранное видеонаблюдение в цвете? С логотипом Mnet в углу? Да. Они наши спонсоры. Так вы будете что-нибудь покупать?
Да. Пробивайте. Есть. С вас 51-65. Видите того господина вон там? Он мой босс. Он заплатит. Я его работник. Что смешного? Вы просто так смешно сказали. Работник. Забавно. Бути. Да? Она спрашивает, не поможем ли мы толкнуть машину. Аккумулятор сел. Нет проблем. Видите, он мой босс. Он заплатит. Спасибо. Вот. С вас 64-14. Что? За что? Шоколад вашего работника стоит 51-65. Моего работника? Да. Он сказал, вы заплатите, и вы согласились. Он сказал, что нужно толкнуть вашу машину. Послушай, Тарзан, даже не пытайся со мной шутки шутить. Я сказала, плати, значит, плати. Магазин под наблюдением. Бути! Бист! Я в восторге. Маликис, видела меня по телеку с Бистом и Бути? А? Как я сыграла? Мне нужно поесть. Зачем? Тебе надолго хватит жирового запаса. Хочешь сказать, мне нужно меньше калорий, чем тебе? Нет. Я хочу сказать, что ты большой, толстый урод. Или выбирай выражение, или закрой свой поганый рот. Вода. Наконец-то. Гадкий, подлый, отвратительный старикашка! Какая мерзость! Гадость! Лучше не становится! Становится только хуже! Делаем ставки. 50 баксов на то, что победит белый. Принимаю. Ну, давайте. Сделайте это ради папочки. Я не пойду в этот чертов Берривилль отель. Я тоже. Это будет самое короткое реалити-шоу в истории. Я иду в тюрьму. Лучше уж сесть в тюрьму, чем... Привет, мальчики. Я боялась, что случится нечто подобное. Помните, я вам говорила? Насчет приза. И о том, как вам может повезти. Ты видел ее ноги? Я выше ног. Как все просто, если есть то, что нужно. Я хочу есть. Нужно найти еду. Настоящую еду. Ты куда? Не хочешь тащить свою жирную задницу в гору? Oh.
Малыш, из тебя получится самый вкусный жареный страусенок по эту сторону океана. О, черт! Прости, мама, я нашел его таким одиноким и потерянным. Можешь возвращаться к маме, малыш. Вот так, беги. Я не хотел ему навредить, только наставить на верный путь. Правда? Ну что, подкрепился? Мама! Мама! Беги, Бист! Беги! Спасайся! Проклятие! Отличная новость. Австралия и ITV купили шоу. Министр Муда, доброе утро. Это катастрофа! Не волнуйся, сэр. Это только начало. Скоро они начнут помогать друг другу, обещаю. Хорошо, вы... Эй, Гитлер, пас! Гитлер, нет! Черт с ними, Гитлер! Остановись! Стой! Ай-яй-яй-яй-яй! Гитлер! Спички есть? Даже если были бы, не сказал бы. Антилопа. Антилопа. Черт! Огонь! Хорошо. Джо, 75 на Бути, 43 на Биста. Поставь на Биста. На Биста. Гори же, сволочь!
Еще антилопа. Попал. Мути. Мути. Что с тобой? Мути, очнись. Ты цел? Я принял тебя за антилопу. Нет, я играл только за свободный штат. Что произошло? Ты пошел отлить. А потом я увидел вспышку в небе прямо над тобой. Звезда падала. И тут же я услышал звук удара. Бух! И ты упал. Мути, я думаю, в тебя попала падающая мини-звезда. Падающая мини-звезда. Так все и было. Обожаю. Скотина. Правда, все стало гораздо лучше. Да, министр, вы совершенно правы, как всегда. Для садовника. Приятель, умоляю, отдай туалетную бумагу. Дружище, верни туалетную бумагу. Пожалуйста. Эй, друг, ты что делаешь? Не надо. Нет. Дурак, 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 дурак. Гад. Здравствуйте, министр. Это безобразие. Это позор, я выдергиваю вилку из розетки. Министр, этого делать нельзя. Это крупнейшее событие на телевидении. Мне все равно. Они должны показать всему миру, как наши люди умеют ладить. Приведите их в чувство. Или я выдерну вилку из розетки.
Знаешь, за что публика так любит наше шоу? Им нравится смотреть, как эти двое издеваются друг над другом. За ними! Стоять! Не уйдете! Сейчас ты у меня получишь, урод! Ну что, получил? Кретин! Африканский деликатес. Вкуснятина, вкуснятина. Привет, черепашка. Я разобью твой панцирь и хорошенько тебя прожарю. Ладно, жди здесь. Лягушка. Опа! Да нужен. Вкусный. Дрова. Прости. Прости, черепашка. Мне придется пробить твою броню, чтобы добраться до мягкого. Раз. Два. Три. Черт. Твоих рук дело. Друг, ты не поверишь, но в тебя тоже попала падающая мини-звезда. В дневное время? Да, звезды всегда на небе, просто их не видно. Дорогая. Да, господин президент. Я очень недоволен. Да, сэр. А если я недоволен? Вы грустите, сэр. Я не грущу. Я злюсь. Исправь это. Есть, сэр. Исправить?
Приятного аппетита. Бути. Вкуснота необыкновенная. Министр, мне сегодня звонил президент, и он недоволен. Это шоу – позор. Очень популярный позор. Вся страна приклеилась к телевизорам. Потому что у них чувство юмора в штанах. Хорошо, я что-нибудь придумаю, чтобы они помогали друг другу. И побыстрее. Эй, помогите! На помощь! Эй, что происходит? Я не знаю. Где ты это взял? Там же, где и ты. Тебе она не нужна. Поделись. Я умею рыбачить. Давай. Не давай. Отдай. Не верь ему. Нет. Да. Подеритесь. Рыба. Не нужна мне твоя чертова катушка. Да? А что ты возьмешь вместо лески? Хороший вопрос. А что ты возьмешь вместо крючка? Да. Ну и сиди со своей леской. Ну что, Бути, у кого нет крючка? Эй, а ну верни, грязный старикашка! Послушай, я рыбак. Я могу наловить нам рыбы. Дай мне леску. Не получишь, она моя. Нет. Дурак чертов. Кретин. Идиот. Заткнись. Придурок. Я сломал зубной протез ради крючка. Тупоголовый. Заткнись. Я же сказал, заткнись. Рыба. Сожалею, министр. Мы попытались. Бути! 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 Здорово, старик. Привет. Сотню не разменяешь. Мне на шоколадку. Шоколад. Автомат работает. В прошлом году на Рождество работал, когда я покупал шоколад. То есть последний раз ты ел шоколад на прошлое Рождество? Я очень беден. Поговори со своим сыночком, мама. И 8. Есть. Что за черт? Эй! 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 Эй, друг, я застрял. Я застрял. Моисей, ты развел для меня коров. Ты спас меня от льва. А теперь вынь меня из этого автомата, пожалуйста. Похоже, сегодня Моисей тебя не слышит, Бист. Возможно, он нужен тебе больше, чем ты думаешь. Что? Что ты делаешь? Что ты хочешь делать? Отныне можешь называть меня Моисеем.
Я тоже тебя люблю. Мама, я купил тебе подарок. Повезло. Дай министру хоть какую-то надежду. Хоть какую-то. Камера 3. Да, Келси. Ты должен передать записку этим мартышкам. Я давно не ел. Ничего. Совсем ничего. Мы могли бы рыбу наловить. А ты все испортил. Далеко еще до Гаутенга? 2 дня. Может, 3. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я сяду в тюрьму, отсижу свой срок. Через 27 лет я выйду и буду героем. Заткнись. Смотри. Становитесь друзьями и получите по 10 тысяч каждый с любовью, Келси. 10 тысяч? Где она, черт возьми? Откуда эти люди за нами наблюдают? Почему эта штука не крутится? На тормозе стоит. Тормоз сломан. О, черт. Похоже, нам и впрямь придется друг другу помочь. Давай так. Ты лезь наверх, покрути лопасти, я попью, потом поменяемся. Нет. Ты полезай, крути, пока я пью. Потом поменяемся. Ты обманешь. Нет. Дай мне слово. Даю тебе честное слово. Пожалуйста. Это надо видеть. Класс! Спасибо, друг. Можешь спускаться. Ладно. Да. Эй! Пока! Ты жирный! Мист! Ты дырка под хвостом больного кота сумасшедшей тетушки Тилли! Грязный сосок гнилого коровьего вымени! Задница безглазая! Нет. Давай. Новая ставка. Тебе срочное сообщение от президента. А? Черт! Этого мало. Делайте ставки. Всю свою жизнь я каждое утро делал кучу. Это ритуал. Я благодарил Бога за хлеб насущный. А теперь... Теперь мне не за что его благодарить. И не с чего делать кучу. Пошли. О.
Скажи, куда ведет эта дорога? Эта дорога ведет в ту сторону. И в ту сторону. Спасибо. Ну ты банан. Келти! Не волнуйтесь, министр. У меня есть новый план, как их сдружить. Успех гарантирован. Вот только с этими мартышками ничто не гарантировано. Мамочка! Эй, где ты? Дай сюда, толстозадый! Не трогай моё! Кто-то с нами играет. Да ну! А я думал, рыба с картошкой выросли из семян. Смешно. Она делает все, чтобы мы подружились. Затем отдала машину, чтобы заставить нас держаться вместе. Бути, я не стал бы твоим другом, даже если бы только мы выжили на Титанике. Но мы можем притвориться. Так что давай заведем этот драндулет и рванем в Гаутенг, где заберем свои 10 тысяч. Дружище! Да! Отлично! Дружище! Друзья! Поезжайте, друзья, поезжайте! Друзья! Друзья, 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 друзья! Ты мой лучший друг! Друзья навеки! Навеки! Аккумулятор сел. Может, просто провод отошел? Открой капот. Ну что, дело в проводе? Нет, в двигателе. А что с ним? Его нет! Черт! Так полегче. Не слишком быстро. Осторожно! Жми на тормоз! Жми! Не работает! О, нет! Нет! Мы же разобьемся! Сделай что-нибудь! Нет! 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 Поворачивай! У меня чуть сердце не разорвалось. Открой окно! Ручка сломана. Только не говори, что мы в ловушке. Мы в ловушке! Они уже больше часа сидят взаперти в машине. И еще слова друг другу не сказали. Камера один, дай общий план. А потом попробуй подобраться поближе. Я переживаю за пальцы не потому, что не могу пнуть регбийный мяч, а потому что девушки меня бросают, когда видят босым. Я пытался это скрывать. Не снимал носки во время секса. Но иногда они хотят поразвлечься в джакузи или еще где-нибудь. Они видят меня без пальца и просто убегают. Ты все болтаешь про свой палец. А ведь ты меня чуть не убил. Твое время еще не пришло. У Бога другие планы на твой счет. Сделать меня убогим охранником. После того льва я не смог остаться в полиции. Нервы сдали. Наверное, в каком-то смысле мы оба испортили друг другу жизнь. Пустынный поезд.
Верни ее домой. Что мы наделали? Стальные колеса. Вращайтесь быстрее. Верни ее. Моя жизнь станет полней. Верни ее, моя жизнь станет полней. Пустынный поезд. По рельсам спеши. Ведь ты везешь мою любовь ко мне домой. Зачем мы здесь? Прости меня, Бути. Прости меня, Бисть. Прости. Какой хороший шоу. Мне нужно в туалет. Ты ни почем не разобьешь заднее стекло. Если человеку нужно в туалет, с этим ничего не поделаешь. Эй, какого... Совсем спятил? Не смей! Ай, не смей! Что ты делаешь? Передай салфетку. Ты позор всего человечества! О, какое облегчение! Жуть! Как же мне хорошо! Ты нагадил в машине, где мы можем провести еще дней 5! Ты нагадил в машине! Не так уж и плохо пахнет. Еще как плохо! Это не для семейного просмотра! Кто вам позволил? Что нам теперь делать? Ты животное! А я еще извинялся перед тобой! Невыносимое грязное животное! Ты еще пожалеешь о том, как поступил с Бути Деветтом! Это же надо! Бути! Это хорошо! Очень хорошо! Такой удар! И стекла как не бывало, прям как Моисей! Ты нас освободил! Ты хороший человек! Ты мой герой! Ты мой бог! Идеальное завершение идеального дня! Добро пожаловать в Вальбош. Итак, граждане Вальбоша, вам придется пропустить небольшой кусочек нашего шоу. Бисты и Бути могут случайно наткнуться на телевизор, поэтому мы временно прерываем трансляцию на ваш город. Ребята, давайте сделаем им сюрприз. Нет, мы только все испортим. Плохо будет. Зато нас могут показать по телевизору. Пошли. Уходим. А где все люди? Никого нет?
Нет! Нет! Люди, я их не крал! Крокодиловая ферма де Тербланша. Боже, у меня от этих троглодитов мороз по коже. Тупица! Это не смешно! Бисти, за твое здоровье. За твой палец. Мой палец. Кач-кач-кач-кач. Вот черт, я думал, у нас перемирие. Я нашел нам вкусный жирный ужин. Не приближайся ко мне с этой штуковиной. Африканская сосиска. Ням-ням. Змеюка, ням-ням. Я хочу еще выпить. Бисти! Бисти умный! Он украл много выпивки для Бути и Бисти. Бисти. Что такое мескалин? Это для настоящих мужчин. Значит, для меня. Что у тебя за манеры? Дай сюда. Осторожно. Знаешь, на что способна эта машина? Сейчас я тебе покажу. Эй, стойте! Стойте! Смотри, что сейчас будет! Я их проткну! Эй, придурки! Вы арестованы! Детка. Помогите! На помощь! Кто поведет машину? Ты? Или лучше я?
Лести, улыбнись. Нас снимает камера. Это ненадолго. Молодец, дружище. Здорово. Класс. Там пивнушка. Алкоголь. Выпивка. Пьянка. Ты молодец, друг. Теперь твоя очередь, капитан Сорвиголова. Дайте мне стакан. Дайте мне двойной виски и крем-соду. Прошу внимания. Мы приносим извинения за отключение электричества. Очень скоро заработает генератор. Как здесь тихо. Наверное, все посетители в отключке. Помогите! Кто вы такие? Вы сумасшедшие? Давай на виски и крем-соду. Со льдом. И пивка. Что это значит? Напиваешься, и тебя сразу отвозят в травмпункт. Донорские органы. Вот ужас. Леди Гаги это понравилось бы. Это очень удобно. Если печень разложилась, тебе пересадят новую. Бист. Что? Иди сюда. Смотри. Это палец. Это большой палец. Знаешь, что это значит? Кому-то его отрубили во время пьяной драки. Это значит, что у меня будет новый палец. Он же черный. И что? Черный — это красиво. Мы же радужная нация. Это радужный палец. О, Бист. Давай, ты его отстрелил, ты и пришивай. Слушай, друг, тебе будет больно. Мне все равно. Давай. Ладно? Я молился об этом дне. И не мини-май-ни-мо. Я был недавно пальца лишен. Потерпи. Мист. Я иду? Нормально. Впервые за последние 5 лет я иду... Нормально. Спасибо, друг. Не в губы. Смотри! Это они. Это Бист и Бути. Эй, Бути, привет! Как дела? Я твой поклонник. Дружище, сфотографируй нас. Бист, это и впрямь ты. Я с Бистом. Бист, такое впечатление, что мы знаменитости. Бист, где ты это взял? Я отдал ей свободу. Здорово. Здравствуй, Бист. Привет, Тина Тёрнер. Лучший красавчик. Я и пою, и у шеста танцую. Тина, детка, я так хочу увидеть, как эти прекрасные длинные ноги обовьют шест. Увидишь, сладенький. Да. Ставь. Вот так, хорошо. Садись, милый. Привет, Бути. Фредди Меркьюри? Нет, меня зовут Дейзи Этербланш. Я единственный гей в поселке. Дейзи, как название цветка. Да. Смотри. Я могу осыпать тебя цветами, если станцуешь со мной. Thank you.
нечестно! Я настаиваю, чтобы вы остановились у меня. У меня большой дом на ферме. Нам будет очень весело. Веселая поездка. Добро пожаловать, друзья. Сейчас включим свет. Приди в мои объятия, сосуд очарования. О, Бист, это так сексуально. Подожди одну минутку. Хорошо. Кстати говоря, меня зовут Гуднес. Господи. Зачем тебе пушка? Здесь же не Йоханнесбург. А, это чтобы отпугивать собак от моих крокодилов. Ясно, ясно. А сейчас ты что делаешь? Я просто готовлюсь лечь в постель. Бутики? А я где буду спать? Рядом со мной, голубоглазый. Серьезно? Хочешь кофе? Нет. Я хочу тебя. Ух ты, класс. Бист! 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 Бути, проснись. Бути, проснись. Бути, просыпайся. Бути. Черт. О, черт. Бист, я спал с мужчиной и отрезал черному палец. О, Господи. А я спал со стриптизершей. Где мы, черт возьми? Что вчера было? Я не помню. Этот человек мог меня изнасиловать. Как мне узнать? Задница болит? Я не знаю. Сожми. Ягодицы. Сожми, сожми. Кажется, все в порядке. Я застрелил черного... И отрезал ему палец. Это может стать обличительной уликой. Может, копы уже нас ищут? Бист, мы в полной заднице. Нужно уходить. Эту штуку отрезать надо. Надо избавиться от пальца. Тише! Ты их разбудишь. Черт, ты бы лучше вместо черного пальца черные мозги украл. Тихо! Заткнись! Скорей, друг, скорей! Может, ты и старый, но будь мужчиной! Будь сильным! Нельзя быть таким слюнтяем! Да, все только и говорят о том безумии, которое вчера учинили наши герои... Что? Из шоу «Друзья или нищие». По настоятельному требованию телезрителей мы повторяем самые яркие фрагменты. Какого? Это мы? Или мой покойный дядя и его садовник? Как давно нас снимают? С самого начала. Эй, Бути. Местное реалити-шоу. Так вот, почему нас все знают. Проклятье. Я покажу этой Келси. Я очень недоволен. Да, господин президент.
Я тоже недоволен, сэр. Хорошо. Тащи свою жирную задницу в сторону этих недоумков и арестуй их. Их необходимо вернуть в тюрьму. Ваша реалити-чушь окончена. Тебе тоже конец. Конец! Да, господин президент. Заткнитесь! Победа! Спорим, вся страна смотрела повтор. Включая... Угадай, кого? Как давно нас снимают? С самого начала. Значит, они нас застукали. Когда-нибудь это должно было случиться. Двигайтесь прямо еще 5 километров. Видимо, они спрятали микрофоны где-то на нас, в нашей одежде. Может быть, в пуговицах. Может, даже в моей чертовой кепке. Где-то здесь. Да. Мой милый Бути. Я знаю, где ты. Умные мальчики. Может, они нас и видят. Но черта с два они услышат хоть слово. Ты хоть понимаешь... Что вся страна видела, как мы корчили себя обезьян. Я все думаю о том, сколько Келси на этом зарабатывает. Точно говорю, целое состояние. Конечно. А мы что получим? Жалкие 10 тысяч, может быть. О чем они там говорят? Чтобы люди досмотрели шоу, мы заставим ее заплатить нам по миллиону. По миллиону каждому. Столько группы идола получает, а они даже петь не умеют. Именно. Поверните налево через 100 метров. Миллион нам в руки. Через 50 метров. Сразу после перехода финишной линии. Или мы все бросим. Да, да. Поверните налево сейчас. Что? Вы достигли места назначения. Какого черта? Негодяи! Из-за вас президент меня уволит! Почему вы отказываетесь подружиться? Этот парень не умеет вовремя заткнуться. Я должен вернуть вас в тюрьму и... Какие же политики тупые! Это ордер на ваш арест! У них так мало мозгов в голове! Я не умею плавать! Будем его спасать? Давай! Ублюдки! Я засажу вас обоих в тюрьму! Пожизненно! Обоих! А это кто? Это парень, с которым я спал! Со своим ревнивым любовником. Все это как-то неправильно. Они держат нас за круглых идиотов. Пора вступать в контакт. Пошли. Это будет интересно. Нас снимают без нашего разрешения. Привет. Это то, что идет в эфир? Келси, покажись перед камерой, чтобы мы могли поговорить. Сейчас же. Хорошо. С ума сойти. Привет, парни. Чем могу помочь? Вот это реалити. Во-первых, вы снимаете нас без нашего разрешения, а это нарушает наши права. Во-вторых, вы зарабатываете состояние на наших бедах. Есть немного. Что ж, мы тоже хотим получить немного от этого состояния. Один маленький миллион. Каждому. И мы доведем шутку до конца. Хорошо, ждите. Я приеду с предложением. Ладно. Только быстро. Поторопись.
подарочки. Ух ты! Держите. Спасибо. Зайдем. Я хочу быть уверен, что мы в эфире. Разве я могу обмануть? Еще как. Привет, Дейзи. Что, хочешь автограф? Тут такое дело. Мы не можем предложить вам по миллиону. Только так. Тогда мы уйдем. И поверьте, мы готовы идти отсюда хоть до Зимбабве. Не глупи, 2 миллиона в Зимбабве – это как 2 сотни здесь. Ну вот, что мы можем сделать. Я дам каждому из вас по 50 тысяч. Неплохо. Если ты будешь частью приза. Эй, она заинтересовалась мной. Тобой. Тобой, с такой уродливой ногой. Да, она меня целовала. Бути, у тебя характер, как у надгробного камня. Не насмехайся надо мной. Этой даме нравлюсь я, старый дурак. Не называй меня старым дураком. Я хочу 50 тысяч и Келси, иначе... Иначе что? Иначе вот что, жирный кусок мяса. Бути, нет. Боже мой! Кто из нас надгробный камень? Он же тебе ничего не сделал! Ты убил его! Ты лгала нам! Ты меня подтолкнула! Я? И отказалась дать нам по миллиону баксов! Я бы дала вам по миллиону, я просто торговалась! Ты дала бы нам по миллиону? Да, дала бы! Выключи камеру! Не надо! Бист! 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 Мы принимаем твое предложение. Миллион каждому. И у нас есть миллион свидетелей, которые все видели. Подлая, двуличная. Бути! Бути! Ты меня обманул. Сказал, что холостыми не больно. А ты сказал, что покрутишь мельницу. Итак, прошу внимания. Мы меняем правила. До финиша осталось всего несколько часов. Но теперь это соревнование. Ладно. Приз 2 миллиона. Победитель получает все. Да! Нет! Я ранен! Сочувствую. Вперед! Последний этап до Берривилля и финишной линии. Наступает кульминационный момент. Счастливо, кретин! Пока! В сторону Берривилля. О, нет. Стой, проклятый! Ты не смеешь! Держись крепче. Опять ты? Он же мне мозг проткнул. Слезь с мотоцикла! Я ничего не вижу! Подвинься! И не подумаю! Ах!
На мне кто-то сидит. Это страус. Уж точно некрасивая девушка. Вот это да! Никуда! Ты от меня не денешься! Слезай, вредитель проклятый! Кто это? Это за нами! Министр! Стойте, негодяи! Отойди! Умею летать! Стоять! За миллион баксов? Задави его. Гады! Что вы со мной сделали? Я убью вас! Вытащите меня! Сесть с моего трактора, идиот! Сам идиот! Что со мной? Тупые ослы! Идиоты чертовы! Вы поломали мне карьеру! Не смогли держаться друг за друга! Сейчас я очень крепко держусь за старого дурня. Правда? Моя правая рука лежит прямо на его яйцах. И сейчас я очень нежным, бережным движением их сожму. Пути! Мист! Пути! 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 Мист! 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 Я буду первым! Чёрта с два! Нет, я буду первым! Лидируй, Пути! Я не дам ему победить! Нет! Вперед выходит Бист! Осталось совсем чуть-чуть! Победителем становится... У нас ничья! Прими застан! Приветствую, приветствую. О, да. Я богат, я богат. Победа! Поздравляю. Спасибо, министр. И, кстати, как насчет настоящего приза? Если вы настроены серьезно, вы будете драться за меня. Вперед. По-твоему, мы такие тупые? Так не пойдет, подруга. Вы для меня слишком умны. Эй, Бист, спасибо. Все было не так уж плохо, дружище. Бути, спасибо, друг мой. Не забывай чистить зубы. Да я... Да, господин президент. Я доволен. Господин вице-президент. В ролях Леон Шустер, Кеннет Нкоси, Альфред Мпомбелла, Танит Феникс и другие. Saki, quite old. Oh, old man! I'm Booty the
they duck a play hooker or lock. If it wasn't for Beast, I could have been a springbok. I used to have poachers and save the big pie, but now I do garden so I can survive. I should have been famous, the star of the scene, but then Beast came along and ruined my dream. I'm a hell of a O with one big toe. Sucky, 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 quite a mix. Beast is up to his old tricks. Booty's in another fix. Sucky, sucky, quite a mix. This is why I'm called the Beast. It's to the Savaduana. They call me Beast. Come on, Munani. I'm the latest Beast. It's to the Savaduana. We're in want some more. Cause I'm a new bonke. I'm the Beast for sure. You sucky, wish. Sucky, ah. Quite a boys have got the TV show. Only thing is they don't know. Sucky, sucky, quite dumb. I'm the cat with the hands. I'm a fat politician with a mean attitude and a hungry ambition. When I reach the top, I'll be number one cat. And that is the name of the next president. Next president. You must be joking. Next! Idiot. But we're in Monday, Sebenzi. Well, I can't lie. I'm not loot. Oh, empty, empty, empty. I'm packing out inside the head. There's nothing. It's empty. Oh.